Во-первых, не проклятое место. Можно? Я испытываю даже маленькое удовольствие. Можно я скажу? Забзалюк три раза встречает меня в Верховной Раде Украины и говорит, в присутствии всех, говорит, я, говорит, счастлив, что вот этот человек представляет Николаевскую область от Компартии Украины. Это Забзалюк мне говорит. Ну что я могу еще сказать? Бриченко, то же самое Бриченко говорит. Значит, ну это тоже бил. Значит, эти, Илюк хитрый, конечно, парень. Ну тоже говорит, Николай Сергеевич, вот вы заметили, как вот мы тут вот это самое, я говорю, вы плохо работаете. Вы в партии уродов. Вы 40-50 человек не являются на заседание сессии. 130, 140. Значит, 160, 210, их голосует там 100, и даже наши голоса не помогают. Вот в чем проблема. Поэтому партию регионов спасти невозможно.